что подарить автолюбителю на Новый год. Ломайте голову, что преподнести знакомому мужчине не только красивое, приятное, но и полезное. Надеемся, что наши советы помогут вам решить вопрос с приобретением подарка. Очевидные подарки, что может быть нужным человеку, который проводит много времени за рулем. Вот, например, набор инструмента – универсальный подарок для любого мужчины. Радоваться будет как ребенок, особенно, если найдете такой, в котором есть то, чего нет в других наборах. Такие подарки, как видеорегистратор и навигатор, уже практически потеряли свою актуальность. Видеорегистратор есть практически в каждой машине, а навигатор так вообще практически вымирающий вид, смартфоны полностью вытеснили их. Очень полезная штука – компрессор. Если мужчина еще таковой и не обзавелся, возьмите на заметку и купите. В том случае, если мужчина любит сам наводить чистоту в салоне, то прекрасным подарком для него станет автомобильный пылесос или же мини-мойка. Но такие подарки стоит выбирать только в том случае, если вы уверены, что вам потом не придется самостоятельно справляться с подаренной техникой. К этой же категории можно отнести набор автохимии. Полезные подарки 21 век, век технологий, и мы уже практически не можем представить себя без мобильного телефона. Автомобилистам будет очень полезна гарнитура, чтобы в дороге не приходилось останавливаться для разговора. Если мужчина проводит много времени за рулем, то ему наверняка будет полезна металлическая термокружка, которая работает от прикуривателя. А зимой это особенно актуально, на улице холодно, а горячий чай быстро согреет в дороге. Еще один отличный подарок – чехлы на сиденье. Выбирая их, ориентируйтесь в первую очередь на потребности и желания мужчины, а потом уже на свои. Понравится ли ему такой подарок? Нужен ли он ему? Вообще, каждый раз, когда вы порываетесь выбрать презент, спросите мысленно себя, будут ли рады этому подарку. Действительно ли он будет полезен человеку, или вы просто хотите потешить свое эго? Если вы хотите подобрать что-то для машины, но точно не уверены, то можете просто приобрести подарочный сертификат «Презент на все времени». А уж мужчина сам выберет то, что ему действительно нужно.